Всем привет! Сегодня я покажу, что можно сделать из вот такого блока питания от так называемой польской антенны. Данный блок питания я нашел на месте, где люди выбрасывают мусор. Судя по всему, прежний хозяин его выбросил вследствие его неисправности. Произведя детальный осмотр, я выяснил, что, судя по всему, прежний хозяин пытался его отремонтировать. Об этом свидетельствуют резисторы, которые коряво кто-то пытался или заменить, или еще что-то с ними сделать. Блок питания, к сожалению, не рабочий. Подключив серое вещество и произведя анализ, я выяснил, что не хватает одного из резисторов. В моем случае не хватает резистора номиналом 1 кОм. СМД резисторов у меня нет, поэтому установлю самый обыкновенный резистор для поверхностного монтажа. Один из фильтрующих конденсаторов меняю на конденсатор меньшей емкости. Это вынужденная мера, поскольку мне необходимо немного уменьшить размер платы в высоту. Далее мне потребуется вот такой понижающий преобразователь. Самый компактный, который существует. Аккуратно выпаиваю подстрочный резистор, с помощью которого осуществляется изменение выходного напряжения. Как показывает практика, в подобного рода преобразователях при достаточно больших нагрузках греется не только микросхема, но и дроссель. Для облегчения теплового режима приклеиваю два радиатора из меди. Для крепления использую специальный скотч. Преобразователь также закрепляю с помощью двустороннего скотча. Такого крепежа будет вполне достаточно. Единственное место, к которому можно закрепить преобразователь, является импульсный трансформатор. Изготовил вот такую деталь из алюминия толщиной 3 мм. Нарезаю в отверстиях резьбу М2. Алюминий – довольно вязкий металл и достаточно быстро забивает режущие грани метчика. Поэтому почаще его извлекаю и удаляю стружку. Образовавшиеся заусеницы удаляю сверлом. К вот этой детали с помощью винтов будет закреплена вот такая крохотная петля. Для того, чтобы она более туже открывалась-закрывалась, достаточно ударить пару раз молотком. Закрепляю петлю с помощью винтов М2. Затем наклеиваю небольшой отрезок двустороннего скотча. Своей непосредственной функции крепежа он выполнять не будет, а будет выполнять роль некоторой прокладки. Через данную прокладку, опять же с помощью винтов М2, закрепляю вольтметр. В верхней крышке с помощью сверла 2 мм сверлю два отверстия. С помощью винтов и, соответственно, двух гаек закрепляю всю конструкцию на верхней крышке. Подключив вольтметр, соединяю две половины корпуса друг с другом. Для удобства взаимодействия с прибором устанавливаю на переменный резистор ручку. Кроме этого, за кадром к выходным проводам были припаяны два крокодила. Один плюс, второй минус. Подключаю полученное устройство в сеть. С помощью переменного резистора можно очень плавно повышать и понижать напряжение на выходе.
Таким образом получился очень компактный регулируемый блок питания с возможностью изменения положения вольтметра, что в некоторых случаях очень удобно. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. Жму руку, как всегда. Но пасаран. Всего хорошего. Пока.